Добро пожаловать на канал Hard Reset Info, это телефон Nokia 2.3. Сейчас я покажу, как включить таймер для групповой фотографии на этом телефоне. Открываем приложение камера. Нажимаем посередине на кнопочку таймера и выбираем, на сколько секунд мы включаем таймер. Например, на 10. И теперь нажимаем на затвор, и за 10 секунд перед тем, как сделать снимок, у нас есть время, чтобы отойти, встать перед камерой и сфоткать. Вот и все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. И до скорых встреч. Пока.